Приветствую всех на канале Маткавод. С вами я, Юбакигин, моя татова помечница и наша любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, наша дочурка подрастает, и мы решили заказать костюмчик. Так до этого времени, на таких малявок особо не шьют костюмы. И тут не совсем костюм на наш рост. Мы взяли как бы на вырост, так как у нас девочка еще маленькая. Но тем не менее, все мы пасечники, все у нас или есть, или были маленькие дети. И, конечно, их надо как-нибудь-то оберегать от пчел. И вот мы попросили торговую марку Долина Медов пошить. Самый маленький размер у них на 110 сантиметров. Наша Полинка чуть-чуть поменьше, да. Где-то 95. Костюмчик ей большой, на годика два ей хватит, чтобы бегать. И да. Вот такая нам Татьяна помечница. Вышивают различные вышивки при желании. Полиночка, ты Полину снимай, не меня. Вот такой у нас. Пошли, Полинка. Теперь мы смело можем ходить между пчелок. Пошли, Полина. Все, они тебя уже не укусят. Главное, чтобы тата не съели. Да. Все, Полинка, ты в костюме, тебе ничего не страшно. Иди к татке. Вот так. Вот так, друзья. Вот так мы нашу красотку приодели. Приодели. Классно? Говори, класс. Так, показывай, класс. Покажи класс. Не так. Вот так. Вот так. Подписывайтесь на наш канал. Покупайте костюмы от торговой марки Долина Меду, чтобы вас пчелки не кусали, да. И чтобы у вас было хорошее настроение. Все, на этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.